В Ульяновской области сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах 2024 года организован в нескольких местах. На левом и правом берегах Волги, а также в районных центрах. Самые популярные из них на площадках штабов ОНФ торгового центра «Аквамолл». Работает также штаб поддержки Владимира Путина на Спасской, 8. Оформить важную бумагу ульяновцам помогают волонтеры. Для участия в процедуре требуется только паспорт. При этом важно заполнить подписные листы собственноручно, указать дату, фамилию, имя и отчество. А благодаря работе СМИ большинство людей как бы осведомлены о данном мероприятии. А поток людей достаточно хороший. По выходным у нас осуществляется две смены, то есть первая и вторая. По будням у нас одна смена. Общий штат волонтеров насчитывает около 100 человек. Сбор подписей открыт до 31 января. Кандидаты-самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 27 декабря текущего года, а кандидаты от партии до 1 января 2024. Некоторые из них уже успели взять лидерство в сердцах россиян. Когда я узнала, что Владимир Владимирович хочет стать снова нашим любимым президентом, я так обрадовалась, знаете, и думаю, кто как не он. Чтобы стать главой государства, самовыдвиженцу нужно собрать свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей от избирателей, при этом, чтобы на каждый субъект России приходилось как минимум 7,5 тысяч «за» от людей, проживающих на его территории. Делая выбор, ульяновцы ориентируются на сильные стороны кандидата, мысленно задают вопрос, каким должен быть президент, чтобы обеспечить процветание великой державы. Ну, по крайней мере, мы по факту видим, чтобы Владимир Владимирович уже больше 20 лет возглавляет огромное государство. Чтобы возглавить такого государства, это нелегко. Может быть, много же есть желаний, но это не шутка, это управлять таким мощным государством. Сегодня никого не надо убеждать в том, что Владимир Владимирович – национальный лидер, беззаветно преданный России. Сегодня это и признанный лидер в мире. Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента. Многим близки не только личные качества Владимира Путина, но и его принципы ведения государственных дел. Люди отдают голос светлому будущему, социальному благополучию и развитию страны во всех направлениях. Я отдаю свой голос за материнство и детство, которое имеет на данный момент беспрецедентные меры поддержки, за наших ребят-героев, которые защищают рубежи нашей Родины в зоне СВО. Выразить свою гражданскую позицию могут ульяновцы, достигшие 18-летнего возраста, по месту жительства или в любом удобном месте, где организован сбор подписей. Напомним, выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров, Ул-Правда, ТВ.